Очень много надо еще звездочек. 318. Короче, 33 тысячи звезд. Ну, я не знаю. Ну, ладно, будем как-то их собирать. Так, бушующая зима. Я здесь еще ни разу не ездил на своем мотоцикле. Так, поехали, значит, здесь мы еще ни разу не ездили. Ох ты, не сразу ветер, сразу какой-то огромный мощный ветрюган мне помешал заехать сюда. Так, ну он, видишь, он то влево, то вправо. Поэтому, может быть, когда-нибудь он мне поможет заехать. О, давай, сейчас на меня будет. Ах ты, ё-моё! Ну давай, мотороллер! Мотоцикл. Давай. Ах ты, вонючий мотоцикл, ты мне не даешь заехать. Почему? О, офигеть, он еще меня туда сбрасывает, прикинь. Ветер этот. Здесь только на супер прокачанной тачке надо было ехать. Да. Так, в городе мне предлагают поехать на лихачи. Ну, поехали на лихачи в городе. Так, у меня лихач еще такой. Он у меня любит взрываться, поэтому надо аккуратно на нем ехать. Он любит взрываться, если на максималку на нее постоянно давить газ. Лихач, лихач. Дорого ты мне обошелся в свое время. Я тебе еще этот самый... Делал улучшение, ставил... Да, 1500 как минимум я на него потратил. Ну ладно. Опа, видишь, начинает разваливаться от лихач вонючка. Так, что ко мне здесь? Ааа, все. Вот смотри, я ничего, я даже не нажимал. Я просто ехал. Он у меня развалился. Так, 500 метров, значит, да? У нас до рекордика. Ну, сейчас попробуем. Проехать нормально-таки. Получить звезды. Ой, еще куча звезд этих на новую карту тратить. Ой-ой-ой. Новые карты, наверное, там проще купить, мне кажется. 800 тысяч стоит карта. Да. За неделю, если деньги вообще не тратить, то 800 тысяч можно накопить. Только надо оно тебе это или нет. Видишь, я разбился. Делаем повтор. Повтор будем добивать, чтобы выиграть. Мы сейчас запомним, где я косячу. Во-первых, сильно гнать не надо, потому что у меня тачка разваливается. Я не знаю, из-за этого или нет. Но будем аккуратненько ехать. На лихаче. Так. Вот таким макаром, как я сейчас еду. Не спеша. Хотя уже там все шатается, все ломается, разваливается. Даже особо я ничего не делаю. Так, хорошо, что тут магнитик есть. У лихача. Так, 500 метров остается, где там все? Не могу заехать. Опа, вот смотри, просто так, напросто. На пустом месте у меня отвалился кусок. Кусок машины отвалился. Все. До конца все развалилось. Капец. Так, здесь надо немножко прибавить скорость. Так, где там будет взлет? Скоро уже, да? А, вот здесь, а нет, и здесь еще. Так, все, следующее у нас опасное такое место. Надо просто подождать. Тихо. Либо на крайней точке, либо на самой высокой. О, на высокую мы поднялись. И пошли у нас наши звездочки. Любимые. Давай. Ой. Хорошо. Ну. Поднимаемся.
Ой, я доволен, ребята, что пошли звезды. Будем потихонечку собирать их. Вот эту карту. Рекорд побили уже свой. Это здорово, мульхачи. Так, интересно, машинка еще больше будет разрушаться или это уже все предел? Только на максимум она может развалиться на две части. Поэтому... О, вот здесь сложно будет. Опа. Опа. Проехали. Главное здесь не спешить. Ехать аккуратненько. Так, здесь тоже, смотри, идет. О, нет, нет, нет. Ай, я думал, упаду. Так, ну вот, 1000 звездочек у нас в кармане. Да, 1000 есть. А надо хотя бы 3. Хотя бы 3000. Так, спускаемся. Ну да, видишь, лихач-то у меня более-менее прокачанный оказался. Оказался более-менее прокачанный. Оп-о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 п. Ой, проехали. Фух. Башкой, да ё-моё. Да, конечно. Башка, башка моя. Вон, очки, смотри, разлетелись, да ё-моё. Ладно. Сделаем повтор. А, супербайк возьмем. На супербайке я давно не ездил. Так, 1,5 километра мне написано, что я проезжал. На супербайке к своем. Но он быстрый. Супербайк, там я тебе скажу. Да, он тоже разваливается, кстати. Потихонечку. Есть такое у него свойство разваливаться. Так, бензинчики взяли. Спасибо. Так, вот еще бензинчик. Так, главное здесь башкой не внесунуться, а так по-моему. Супербайк. Почему я на супербайке своем так мало ездил? Давайте этот... побольше будем ездить. Так, 500 метров, и у нас пропадут звезды. Ну. Хорошо. Супербайк мой любимый. Так, здесь. А, нет, башкой. О, я башкой не стукнулся. Да ну нафиг, это круто. Я, возможно, рекорд буду бить. Так, 60 метров у нас остается. А где это? Я до сюда не доехал, видимо, бензин закончился. Все, ребятки, пошли звездочки. Вот это хорошо, что звездочки у меня идут. Yes. Так, сейчас перепрыгиваем. Так, что у нас там? О, смотри, ребята. 300 звездочек уже собрали. Да, городская. Городская жизнь. Это мы в городе едем. Неплохо, неплохо, рекордик мы побили. Так, стоп. Оп, давай, 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 давай. Поднимайся быстрее, молодец, молодец. Ох, я когда вот эти всякие рекорды бью, мне аж, не знаю, ладошки потеют. Хочется проехать много, ну, вообще хорошо проехать. Побить рекордик свой. Так, ну смотри, 1000 звезд мы на лихаче делали. И сейчас на вот этой вонючке не сделаем, да как так?
разбились. К сожалению, да. К сожалению, не проехали мы так далеко.